выявил небольшой скол вот здесь. Вот, пришлось немножко подработать, подшпаклевать. Вот, видите, сколько уже тырцы насыпалось. Короче говоря, мы сейчас зоной подгрунтуем это все дело. Вот, я скотчбрайтом немножко расчухал. Подгрунтуем. И эти зоны мы как раз поддуем, как бы. Вот. И потом уже замоем все это, вскроем лочком. И на этой стороне были царапульки, но капот уже так и пришел ко мне с этими царапулечками. Поэтому и здесь немножко мы доработали. Так, теперь берем 1500-ную наждачку. И все перемонтируем под лак уже полностью. Такой вот имеет вид, когда мы замыли 1500-кой. И теперь края мы поддуем, так как у нас крылья и двери уже покрашены, чтобы оно уже реально слилось с той краской, которая уже на самом кузове автомобиля. Пистолет Mobilac LVLP, дюза 1.3, полтора слоя. Лягусеньких, тоненьких лачка у нас не сильно много. Вот весь лак. Поддули. И сейчас разложим лачок. Ага. Но для начала нужно одеть респиратор. На всякий случай. Так. Погнали. Видите, практически залил я его. И сейчас, да не, лачка нам хватит. Сейчас ждем на отлив и валим второй слой. Еще пару сек подождем, чуть-чуть, и потом заливаем в ноль.
вам результат. Отлачился, открыл ворота, пускай выйдет туман. В принципе, залил нормально. На грани. На грани. Завтра подрежем, подполируем, и будет все хорошо. Отлично. Мне нравится. Меленькая-меленькая шагрень, практически ее нету. Замечательно. Поразительно. Гениально. Теперь делаем его в стекло. Замываю, значит, я. Наждачки градации PET 2500. Потом 3000-ным тризаком и двумя полиролями будем полировать капот. Тогда он уже будет у нас в идеале. Не, на солнышке нормально, да так? Все равно на бумажке светлее. Чуть-чуть. Да. На бумажке светлее. На бумажке. Давай попробуем. Под зато ночью хер поймешь какая, да? Нет, цвет хороший. Мне нравится. Комментарий? Лайк. Только лайк. Понял.